В августе в службу 112 округа поступило более 31 тысячи обращений от жителей, цитирует Владимира Ружицкого портал РИАМО в Люберцах. Большая часть из этих обращений касалась вызовов скорой медицинской помощи, это 43%. Около 35% обращений относились к вызовам полиции и ГИБДД, сообщил глава округа. Также люди вызывали аварийные службы и звонили, чтобы уточнить какую-либо информацию. Не обошлось в августе и без ложных сигналов о помощи. Они составили 0,3%. Среднее время ожидания абонента на линии составило меньше 3 секунд. Время передачи информации в нужные инстанции – 52 секунды. Время реагирования экстренных служб составило 9,3 минуты. Напомним, что региональная система 112 в Московской области начала свою работу 1 июня 2015 года. Сейчас ежедневно подмосковные операторы обрабатывают около 20 тысяч вызовов. Яна Яковлева, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.